Знаешь, раз, две. А можно уменьшить вот это? Да, вот так примерно. Ну, просто потому что я без лифчика и, короче, видно все. Или что, или нормально вам? Ну, я стесняюсь немножко, мне кажется, это все якобы голое. Нормально. Вот так нормально? Не, ну я потом разденусь и выйду сейчас. Влад проебал очки, и было бы охуенно, если бы вы их нашли. Оль, ты их видела, да? Я всех вас по именам знаю, заметили, да? Потому что вы стоят ходите ко мне. Мы дружим. Я боюсь трогать этот микрофон, потому что он падает. Или наоборот, встает параллельно вам. Че, мы начнем, да? Я бы хотела, чтобы вы позвали моего парня, конечно, но он... Надеюсь, что он... Кеша? Дайди. Шок переживает, что он проебал очки, если вы видите очки Шока, на них написано очки Шока. Ну, давайте уже сыграем что-нибудь. Ваня, нормальная гитара? Хорошо. Ну, все, окей. Да,
джаз. Очки, поэтому он не может играть на гитаре, как бы, понимаете, но все взаимосвязано. Поэтому гитара отличается от середины трека, но как играем, так как умеем, сорян. Thank you.
пытаемся вспомнить, что это за песня. А, потому что я давно не репетирую. Вот у Игоря на бумажке все написано. У меня нет. А, соответственно, я пытаюсь вспомнить свои же слова. С переменным успехом, погнали. Они говорят!
понедельника. Прямо сейчас. Главное, чтобы никто ничего не слышал. Ой, танцы, я не умею петь. Ну, а вы умеете? Вы знаете, это же классика. Но, по крайней мере, смотрите, я изменила там куплеты. Но припевы все знают, да? Так, все, кто хочет курить фисишки, уходят.
какой-то университет. Не-не, вот я хочу, чтобы это, знаете, такая авторская фильтрация. Все ушли? Погнали. Остался оппозиционный союз. Погнали. Сейчас нас арестуют. Где-то на баре. Палочки было бы заебись, если бы их нашли. Спасибо. Чтобы люди потанцевали, раз они здесь. Уже можно начинать. Погнали.
Спасибо большое, что вы все пришли. И...